Стало известно, чем дышали мечи, когда город погрузился в смог. Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий, при котором практически не рассеиваются в воздухе вредные примеси, действовал в городе несколько дней подряд, вплоть до утра 28 января. Стоит отметить, в такие периоды промышленные предприятия, имеющие источники выбросов, обязаны снижать концентрацию вредных веществ на 15-20%. Однако, по данным метеорологов, превышение предельно допустимой концентрации было зафиксировано сразу по нескольким веществам. Так, 26 января в Советском округе было отмечено превышение концентрации в воздухе изопропилбензола. По данным интернет-источников, при вдыхании вещество вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия. Впрочем, это вещество не единственное, которое мечи вдыхали в минувшую среду. Превышение ПДК было отмечено по фенолу и оксиду азота.